По городу Сухум сохраняется та же тенденция, которую озвучила Людмила Вильбертовна. Имеется рост заболеваемости. На сегодня по городу Сухум и Сухумскому району активных случаев, то есть сейчас болеющих людей, 1222 человека, из которых взрослых 1173 человека и 49 детей. Новых случаев с 1 января по 9 января 201. Из них 200 взрослые и один ребенок. Значит, по сравнению с последней неделей прошлого года новых случаев было 153. То есть рост идет фактически на 50 человек. Это вот сравнимые периоды. Значит, почти 20% роста есть. Продолжалась работа в течение всех выходных дней санслужбой города Сухум. Мобильная бригада выездов с 25 декабря по 9 января 289. Из них первичных 92 выезда. То есть это те люди, которые маломобильные, которые не могут сами добраться до лаборатории и сдать там. Мобильная бригада рассчитана в основном на таких людей. На инвалидов, на глубоких стариков, на людей, которым вот прямо сейчас очень плохо. Продолжались обработки и автотранспорта, и электротранспорта, и рынков как продовольственного, так и сухумприбора. Вот с 1 января по 9 января, там 1 не работали рынки, поэтому эта дата выключается, обработано автотранспорта 121 единица, электротранспорта 52 единицы. Центральный рынок 5 обработок, сухумприбор 3 обработки. А почему мало обрабатывается автотранспорта? Маршрутные такси, несмотря на то, что неоднократно всем водителям было сказано подъезжать для обработок, на обработку приезжают редко. Это в основном обрабатываются рейсовые автобусы. Поэтому вот здесь, если бы можно было как-то обязать все-таки водителей маршрутных такси подъезжать на обработку, было бы хорошо. В целом санитарная служба работает при полной нагрузке в обычном режиме.